Приветствую вас и постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете, но перед этим хотелось бы заметить несколько моментов, которые вы, возможно, посчитаете важными. Во-первых, ваш мужчина уже на ранних стадиях отношений общается не только с вами, то есть полноценное внимание он вам не уделяет, считает нормальным, что он общается с другими девушками, находясь рядом с вами, и, в общем-то, игнорирует то, что вам это неприятно. Вряд ли такое поведение можно истолковать иначе, как то, что его личные интересы, его желания, его цели для него выше, чем ваши. Чем ваш комфорт, ваше спокойствие, ваше достоинство. Ведь своим поведением он оскорбляет вас. Его это волнует не очень-то и сильно, надо сказать. И вот это первый момент. То, что на таком раннем этапе, когда мужчина завоевывает девушку, когда мужчина производит как раз-таки первое впечатление, он производит впечатление человека, который, да, готов совершать поступки, большой буквы, но поступки только ради себя. То есть до тех пор, пока эти поступки соответствуют его интересам, скажем так. А вот ради ваших интересов он делать особо ничего не готов. Дальше. Следующий момент, который вы пишете, это то, что после вашего недовольства он, подостыл, да, пропал энтузиазм в общении и так далее. Это говорит о том, что мужчина не готов, во-первых, жертвовать своими интересами ради вас. Во-вторых, это говорит о том, что мужчина не готов добиваться вас. И в-третьих, это говорит о том, что мужчина не готов ставить такие ваши интересы на первое место по отношению к своим. То есть этот человек недостаточно заинтересован в том, чтобы с вами быть. И, в свою очередь, это означает, что намерения у мужчины были достаточно несерьезные. Может быть, провести с вами время, может быть, интим, может быть, какие-то отношения без обязательств, не более того. Все серьезные люди так себя не ведут. Это второй момент. Третий момент, который вы написали не очень понятно. Мужчина отвез вас в другой город, и общение с ним у вас прекратилось. То есть не очень понятно, это другой город, это ваш город или его город. И как это связано с общением? То есть он привез вас в какой-то город и что, оставил там одну вас или как, что вкладывается в свою фразу? Думаю, что будет лучше, если вы ее поясните, но я не думаю, что суть от этого поменяется, потому что все равно то, что уже было сказано ранее, говорит о мужчине как не о самом ответственном человеке. И теперь, отвечая на ваш вопрос, хочется сказать так. Вести себя нужно достойно, как самодостаточный человек, которым вы и являетесь. Вести себя нужно так, чтобы молодой человек понял, что вы не собираетесь мириться с его поведением. Чтобы молодой человек увидел, что вы цените себя, любите себя, дорожите собой и не готовы
мириться с его таким вот поведением. Если он действительно увидел вас для себя что-либо особенное, он примет вашу позицию и будет с ней считаться. Если же вы для мужчины просто временное развлечение, то, надеюсь, не нужно говорить, что мужчина ничего не будет делать, чтобы вас к себе расположить. И это означает, что с ним у вас ничего серьезного бы не было. И в зависимости от того, чего вы сами хотите от него, вам нужно делать выбор в пользу своего поведения. Если вам нужны серьезные отношения, то он вам не подходит для них. Вы можете дать ему шанс себя проявить, но нужно быть готовым и к тому, что он не оправдает надежд. Если же вы согласны на отношения без обязательств, то тогда принимайте его отношения, встречайтесь с ним и не высказывайте никаких претензий, потому что для отношений без обязательств это неприемлемо. Ну, а что выбрать, решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.